В Армении ожидается арест ряда высокопоставленных лиц за торговлю наркотиками. Директор службы национальной безопасности Армен Абазян во время закрытых дебатов в парламенте по бюджетным вопросам признался, что наркотрафик вырос в стране в несколько раз и в него стали вовлекаться несовершеннолетние. В связи с этим вскоре будут задержаны чиновники, которые так или иначе связаны с этим бизнесом, сообщил Абазян. Отдельно он коснулся и роли бывшего главы службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна в деле контрабанды наркотиков, который находится в розыске. Он заявил, что сделает все, чтобы вернуть Погосяна в Армению и арестовать его. Напомним, что 17 мая финансовая гвардия Италии сообщила об обнаружении партии кокаина размером в 2,7 тонны, которую направляли в Армению из Эквадора. Наркотики обнаружили среди 78 тонн бананов в 12-метровых упаковках. Общая стоимость наркотиков оценивалась в 800 миллионов евро. А 18 мая служба национальной безопасности Армении объявила о задержании 1 тонны кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора. Гигантская партия наркотиков была оценена примерно в 250 миллионов евро.